А как хорошо с ветром в спину ехать. Да пиздец. Бункер Второй мировой войны. Долговременная оборонительная точка на Акманайском перешейке. Thank you.
Дай-ка на тонком катнусь. Ложка разведена. Ща. Подержи это пока. Что-то у меня трещит вся гарпуня, не отпускай, его упадет. Я, кстати, не отключил камеру. Не, вот это болтается. Это тоже. Она у меня по диагонали пошла. Проверил. ТПА-БА это чё? Либо же это аэропрессажники, если как-то называется, световые линии, нет, дальше. Короче, называлось. Ты про чё именно? Ну, самый левый флор. А, Орджоникидзе, я думаю. А? Орджоникидзе это, я думаю. Держи. Может, съездишь еще? Так, я поехал тестировать твой тонкий велосипед. Далеко? Надеюсь, камеры... Не, недалеко. Я сначала подумал, что это по нашей душе едут. Мозги долбить. А? Не знаю.
Иногда мне хочется вывести сюда диод куда-нибудь, чтобы видно было. Диод светится на камере. Сука. Хотя не идет запись. Сейчас будет с горочки. Держи. Ну, поваляйся. Так. Я отключаю. Поехали туда, пока не отключаю. Держи. Дохлая скалопендра. Это не тебе. Отличная велодорожка, я хочу сказать. Жаль, только ветер в рыло.
А вот там на горизонте уже батальная.